полу вот эта дырка. Ну и хай глядять, як я хожу в прибиральню. Я думал, у меня в очі вилізуть. Унитаз не був нічим отгороджений. Туньк, 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 як пульсація така. Як сходить на унитаз, не наступивши на мене. Это ведро. Ведро з накрукою. Пропитане этим аммиаком. Обов'язок аховника був проглядати з місця этого ведра. І все это просто лежало кучей в камері. Ну от просто горка. У зневоленні ми повинні відчувати кожний, що ми чоловік. Усе ми ходимо у прибиральню, але як така важлива для організму функція здійснюється у неволі? Некілька героїв, затриманих по політичних мотивах, погодилися розповісти свої історії. Гэтай темі і присвячений наш випуск подкаста. З вами Катерина, і гэта правоабарончий подкаст «Вясна прийде». Чому ми звернули увагу на прибиральні? А тому, что это так само связано с правами человека. И у подкасте юрист Вясны подлумачить, яким чином. А теперь мы распочинаем слухать наши истории. Увага, истории там, не ведаю, на вот такое слово подобрать, часто неприемные. Але нам важно про это ведать. Кольки зараз людей у неволе и кольки будет еще? В каких умовах они утримливаются просто зараз и просто зараз ходят в прибиральню? Зараз доведаемся. Першая гісторія Алены Дзядзюлі. Яе затрымалі па крымінальцы, і таму яна пабывала ў шмат якіх месцах. 5 месцаў. Дзе якая прыбіральня і якая была самая добрая, самая жудасная? Самая добрая была ў калоніі, таму што там было дзверы былі і было два месца, дзе схадзіць у туалет, то есть это можна было закрывацца. Ну і там вдвоём можна было схадзіць, но оно перегароджана стеночкай, в прынцыпе это аддзельны санузел, умывальнікі, потом дзверы і два эти санузла это в карантине в атрядзе. Вот, то есть самы, ну, нормальныя былі. Там у Жодзіна было, ну, оно, ну, представляете, старые туалеты, вот такие, что ногами становиться, они не высокие, не с унитазом, а именно в полу, как раньше, когда-то при Советском Союзе были такие общественные туалеты, в принципе, вот такой вот, становишься ногами, и это вот, но в Жодзіна было, оно все старое очень совсем, было очень старое, и получается, что этим цементом все обложено, и если... Ну, тут, наверное, об этом надо и говорить. Моча попала в цемент, она впитывается, и стоял запах. То есть мы постоянно мыли хлоркой. Причем девочки, ну, я в основном сидела с уголовницами, которые это, девочки эту хлорку разливали неимоверно, а давали хлорку раз только в неделю. И то там кружку дадут и хлорки жидкой. И поэтому мне пришлось эту хлорку забирать, наливать в бутылку и выдавать дежурным самой. Mm-hmm. То есть, чтобы вот на каждый день у нас была хлорка, потому что к концу недели тогда уже нельзя помыть, и стоял запах. Но, в принципе, мы убирали же сами, постоянно следили. Дежурные были, 2-3 раза на день мы вот хлорировали эту свой толчок. Mm-hmm. Вот, как-то один раз, это был ужас, целый день не было воды, не было чем смыть. 8 человек, и все это просто лежало кучей в камере. Ну вот просто горка вот этого всего. И они включили именно отбой уже, вот отбой в 10 часов вечера, отбой и включают воду. Мы упросили, чтобы нам не выключали свет, чтобы нам разрешили почистить этот унитаз. Вроде разрешили, ну как мы будем спать целую ночь с этой горкой? И приходилось прям руками чистить, потому что не было чем чистить. Одевали несколько мешков на руку и чистили, чтобы вот это вот все промыть и чтобы оно не стояло. Вот. В одной камере у нас вроде нормально смывалось, а в другой камере, в Жодзіна, приходилось постоянно чистить либо бутылкой. То есть мы уже научились чистить бутылкой, просто пустой бутылкой, наливали туда воду и пробивали. Если, ну, постоянно просто забивалось, чуть кто-то побольше сходил в туалет по-большому, и оно забивалось, вот этот вот унитаз. Причем, ну, как я говорю, что уголовницы, они не все аккуратные, многие просто оставляли после, ну, не смылось и не смылось. Стала вода, она тихонечко ушла, а когда уже 2 раза кто-то сходил, то это уже все, только руками, уже бутылка не получалась. Вот, ну вот такое вот, это вот самое ужасное, что было.
Ну, а в принципе, Жодина там точно такой же, ну, ну, это не унитаз, а это просто вот то же самое. Вот в полу вот эта дырка, чтобы стоя ходить. Но там уже немножко поприличнее, потому что была плитка, уже не цемент, не обляпана цементом, а именно плиточка положена, как бы в Дзержинском ИВС было, ну, покультурней. Ну, и я была в Дзержинском ИВС в двухместной камере первых 11 дней одна, поэтому я для себя убрала, и все. Ну, камеры были направлены на это дело, видеокамеры, ну, не знаю, висела прямо над унитазом видеокамера, не знаю, да, просматривала. Говорят, что не просматривает, но мне почему-то кажется, что она просматривает. Ну, я к этому относилась достаточно так. Ну, нравится смотреть, смотрите. Угу. Вот. В этом... В столбцах там было, ну, тоже, нет, там был уже унитаз, там унитаз и был отгорожен, то есть как бы более так уютно отгорожено, но отгорожено вот так вот, ну, по плечи, вот, ну, где-то чуть по грудь, наверное, вот где-то отгорожено, садишься на унитаз, то есть там был уже унитаз, да, в столбцах был унитаз. Алена узгадала про відэакамеры над унітазам. А ці здымаюць яны? З падобнай сітуацыяй сутыкнулася Марына. Яна была затрымана на суткі і ўтрымлівалася ў СІЗА номер 6 у Барановичах. У СІЗА номер 6 нас утрымлівалі ў старой частцы будынка. Гэта такая больш гістарычная, што ли, частка. І нават супрацоўнікі прыходзілі, казалі пра тое, што вось там ведаеце, вы знаходзіцеся тут, і гэта там муры, якія былі пабудаваны шмат гадоў таму, 1800 нейкі там год. Вось, але там быў зроблены збольшага рамонт, і акурат над прыбіральняй была ўсталявана відэакамера. Сама прыбіральня яна была агароджана, але такім бетонным парапетам, дзесьці да паловы тулава толькі. Вось гэтая камера, відэакамера знаходзілася над прыбіральняй. І мы калі з дзяўчатамі знаходзіліся, абмяркоўвалі, што бачна праз гэтую відэакамеру, і, канешне, супрацоўнікі былі мужчынскага полу, толькі, напэўна, два разы я бачыла жанчын, якія там неслі дзяжурства, збольшага гэта былі мужчыны. І калі мяне вывелі на перазатрыманне ў кабінет супрацоўнікі РАУС мясцовага, то я там знаходзілася некаторы час і бачыла маніторы, на якіх была раскладка вось з камераў відэаназірання. А збольшага там на той момант былі мужчынскія камеры, але, канешне, я пабачыла, што ў адным з гэтых вось квадрацікаў, што камера якраз вось глядзіць на саму прыбіральню. То бок супрацоўнікі, пераключаючыся паміж камерамі, камерамі як месцамі ўтрымання, так і камерамі відэаназірання, маглі бачыць усё тое, што адбываецца ў прыбіральні. Вось. Канешне, я спадзяюся, што яны гэтага не рабілі наўмысна, але хто ведае. І калі мяне потом вярнулі ў камеру назад, я, канешне, дзяўчатам распавяла пра тое, што пабачыла. І, ну, рэакцыя, дарэчы, была даволі розная, таму што для кагосьці гэта неяк мае значэнне, а камусьці ўжо ўсё роўна, хто там што глядзіць, і былі нават такія выразы тыпу, ну і хай глядзяць, як я хожу ў прыбіральню, там, пускай паглядзяць, вось. Ну, ўсё адно, я думаю, што гэта вельмі непрыемна, вось гэтае разуменне таго, што нехта можа падглядаць, як ты ходзіш у прыбіральню, і гэта, канешне, вельмі незручна ўвогуле для чалавека, таму што ў нас тады ў камеры было 19 месцаў, і на гэтых 19 месцах было да 24 чалавек аднамомантна, і гэта пры тое, што даволі маленькая камера, і зразумела, што ўсе карыстаюцца адной прыбіральняй. У нас былі, дарэчы, выпадкі, калі прыбіральня засорвалася і там не працаваў сток. Звычайна, гэта, канешне, было з-за таго, што туды выкідалі ежу, якая заставалася, там нейкія кашы з раніцы, і вось праз некаторы час зразумелі, што так рабіць нельга, таму што потым трэба неяк гэта прачышчаць, і гэта ніхто не робіць, ну,
как замес цябе. І супрацоўнікі прыносілі такі адмысловы вантус, але гэта, зразумела, гэта не вантус у такім уяўленні, ну, звычайнага чалавека. Гэта была проста палка, на канцы якой было замацавана такое кальцо гумавае, такі вантус быў. Вось, і, ну, зразумела, што неяк трэба было з гэтым спраўляцца. Ну, нехта браў на сябе такі выклік і гэта ўсё прабіваў. Вось, і я ведаю, што гэта была не адна сітуацыя, таму што часам гэты вантус трэба было даволі доўга чакаць, таму што ён быў заняты ў нейкай іншай камеры. Вось, ну, неяк так і змагаліся. Ну, і, да прыкладу, я не ведаю, ці цікава гэта ці не. Увогуле, для тых, хто доўга ўжо знаходзіцца ў камеры, існуе такое правіла, яно выпрацоўваецца насамрэч з часам, таму што ўсе, хто там першы раз затрыманы, гэта даволі складана, незразумела, як гэта увогуле там жыць з незнаёмымі людзьмі, як карыстацца прыбіральні, які час ёй карыстацца, ну і потым ўжо з цягам часу з'яўляюцца такія дамоўленасці, типу, там, не хадзіць у прыбіральню, калі даюць ежу. І людзі ядуць, ну, зразумела, што гэта не надта тактычна, прыгожа, неяк трэба паважаць адзін аднаго, адна адну. І, напрыклад, калі там ты ідзеш у прыбіральню, ёсць такое правіла ўключаць ваду адразу, і у СІЗА 6 гэта выглядала як такі, типу, не пераключальнік, там, не некая, я не ведаю, як гэта пісаць, гэта такі рычаг, які паварочваецца ў правы ці ўлева, і звычайна ён выкарыстоўваецца вось у хаце, як той рычаг, які можа перакрыць ці адкрыць ваду. І вось там такія ўсталяваныя. Ну, і калі ты ідзеш у прыбіральню, трэба выключаць гэту ваду, таму што гэта, па-першае, змяншае колькасць пахаў, ну і па-другое, гэта такая, хутчэй, псіхалагічная штука, што гэта змяншае гук ад таго, што адбываецца ў прыбіральні. Такое вось правіла, яно выпрацоўваецца, і ім людзі карыстаюцца. Таму што, ну, зразумела, што гэта даволі, ну, непрыемна, калі ты бачыш, там, ці чуеш, ці там нешта там адчуваеш, пахі нейкія, гэта, ну, ўсё такое даволі складанае. Вось. Амерыканка, так называюць СІЗА КДБ ў Менску, таксама гістарычны будынак, які знаходзіцца ў самым цэнтры нашай сталіцы. І там 10 дзён правяла Таццяна Мастыка. Ёй пашанцавала, бо яна трапіла, як сама кажа, у ВІП-камеру. А ВІП-камера называлася камера з унітазам, бо ў іншых такога не было. Слухаем гісторыю Таццяны. У нас была ВІП-камера, таму у нас быў унітаз. Звычайны такі, відаць, яшчэ савецкі унітаз. С пластиковой сидушкой, які, натуральна, мы самі мылі, мы даглядалі. Сідушка была ўжо такая трохі расшатаная, як бачна было, што ёй шмат гадоў. Каналізацыя была там кепская, таму адразу дзяўчаты ў камеры папярэдзілі, што там нават валасы, нічога туды не кідаем, усё ў сметніцу. Бо кажуць, што былі прэцэдэнты, што забівалася каналізацыя, і, ну, тады гэта праблема. Калі ў камеры не працуе унітаз, і ўсё гэта яшчэ, не дай Божа, па камеры расцякаецца. Вось. Ну, самае такое непрыемнае, што унітаз не быў нічым адгароджаны. Ну, конечно, першы дзень мне трохі неёмка было і перад дзяўчатамі агляцца, скажам так. З другога боку, ну, патрэба важная, абмінуць і патрываць там суткі двое немагчыма, таму неяк так прыстасавалася. Там паглядзела, як гэта робяць іншыя, там кладуць, не ведаю, сабе на калені ручнік які-небудзь, ці неяк так вот. Вось. Ну і да, былі неёмкія сітуацыі, калі вечка адкрывалася, і хтось у гэты момант быў на унітазе. Вось. А з другога боку, ну, скажу шчыра, што ахова не зложывала, як бы, такімі момантамі, калі не бачылі, што хтось на унітазе, то яны гэта вечка хутка закрывалі. Вось. Ну і яшчэ момант, што сама камера па сабе была вельмі маленькай плошчы, і таму там ад бліжэйшага ложка да гэтага унітаза неадгароджанага было, можа, ну, відаць, не было і метра. Гэта было нават менш метра. І калі клалі мой драўляны шчыт на падлогу, то таксама я атрымлівалася там галавой летні падложкам адным з ложкаў, а нагамі дзе-то ля самага унітаза. Яго можна было там нават закрануць нагой. Таму гэта таксама была і праблема ночы для астатніх дзяўчат, ну, як схадзіць на унітаз, не наступіўшы на мяне. Але з другога боку, ведаючы, якія праблемы на Крысціна, як бы, то гэта ўжо неяк так і не дужа выглядаюць праблемамі. Ну, прынамсі, у той момант не дужа выглядала праблемай. Канешне, зараз звільні з адэкватных умоў, з адэкватнага грамадства, просто з боку глядзіш на гэта і думаеш, які жах насамрэч. Вось. Але, як я сказала, это у нас была ВІП-камера, таму што унітаз там быў, наколькі ведаю, там
по-моему, 18 нешта для таго камер, і з унітазамі мусіць толькі 4 камеры. Яны бліжэй да агульнай прыбіральні, і ну, труба тут як бы дацягваецца, каналізацыйная. Вось. А астатнія, гэта я таксама ведаю дзяўчат, хто сядзеў у іншых камерах, як бы вядро з накрукай, якое там двойчы выносіцца ў агульную прыбіральню. Прыбіральні не было, было вядро з накрукай. Ну, і як на цяперашняе так, меркаванне, ну, гэта жах, гэта цэнтр Мінска, як бы 21-е стагоддзе, да, там у навінах абмяркоўваецца штучны інтэлект, а хтосьці выносіць вядро ў прыбіральню і мусіць там спраўляць сваю патрэбу ў вядро. А хто выносіў гэта вядро? Самі зняволеныя, натуральна. А куды? На паверсі была адна агульная прыбіральня. Натуральна, што там па першаму патрабаванні нікога туды не выводзілі. Вось, але двойчы на дзень, ну, праводзілі кагосьці з камеры, каб хтосьці выніс гэтае вядро. Прычым былі такія таксама не вельмі ёмкія сітуацыі, якія расказвала адна з сукамерніц, калі абавязак ахоўніка быў праглядаць з месцева гэтага вядра. Прычым назвалі банальную, што хтосьці туды выкідае ці то пакеты нейкія, ці то што, і таму забіваецца каналізацыя, і таму вось начальства выдала разнарадку правяраць, што ж зняволеныя выліваюць у прыбіральню. Вось, і відаць гэта той неёмкі момант і для аховы, і для зняволенага, таму што, ну да, ну гэта ж дзікунства глядзець, што там, што, прабачце, якое лайно ты выліваеш в унітаз. А, ну і трэба сказаць, што агульнай прыбіральні унітазаў няма. Там, як жа называецца гэта канструкцыя? Дзірка. Ну, не зусім дзірка, кшталту, там замуравана нейкая штосьці, што ты мусіш там ставіць ногі абапал, і нават штосьці для змыва прадугледжана. Ну, то бок, не такая дзірка, як бывае там на вёсках. Але, ну, да, ну, па сутнасці, толькі там стоячы, седзячы, там, не ведаю, паўпрысядкі. Неяк так. З вядром прыйшлося сутыкнуцца і Александру Бабко, якога затрымалі па крымінальнай справе. Сам Александр па прафесіі будаўнік. Як ён кажа, гэты позірк у яго прафесійны. Кожную камеру ён праглядаў на прадмет таго, як яна пабудавана. І вось якая ў нас з ім выйшла размова. А ці табе, як будаўніку, трэба было ўсталёўваць унітазы? Так, трэба было і 21-е стагоддзе на дварэ. І мы не павінны ў тым часе заставацца, а павінны бачыць, што які час зараз на дварэ знаходзіцца. І таксама чувствуць сябе хоць там і чувствуць сябе чалавекам. Хоць там гэта ў зняволенні, так? Так, ў зняволенні мы павінны адчуваць кожны, што мы чалавек, даже па якой ты стадзе туды не папаў, даже розныя людзі адчуваць заўсёды сябе трэба чалавекам. А ці адчуваў ты ў зняволенні сябе чалавекам у гэтым плане? Шмат калі былі розныя моманты, што яны пыталіся зрабіць, каб мы не адчувалі сябе людзьмі, але мы пераломалі гэтак і іх, і сябе, што мы людзі. Я пытаўся і рабіў гэта, што і астатнія, і я, што мы добрыя людзі. І па розным статцям, ну, гэта ўсё-такі чалавек. Ці адносіцца да гэтай тэмы адчуваць сябе чалавекам, тэма умоваў у прыбіральню? Так, я лічу, што трэба ў любой сітуацыі, і также ў камеры, і павінна быць чысціня, і на той же койцы, шконцы павінна везде і прыбіральні быць чысціня. Ну, і з якімі прыбіральнямі табе ідзе прыйшлося сутыкнуцца? Больш за ўсё, канешна, такая смешная гісторыя случылася, калі мяне прывезлі на суд у горад Несвіж. І адразу я зайшоў, і хата была на 4 чалавекі, і я її всю праглядзеў, потым гляджу, відро стаіць, і я усміхнуўся. І, ну, яно было абгаджанае, і, ну, аж сморшыўся. Сырасць стаяла, холад у камеры, і я гляджу слімак, і думаю, неўжо ў мяне слімак поўз па сне, я думаю, неўжо ў мяне крыша паехала. Я зноў паглядзеў, не думаю, ну, ўсё бліжэй падабраўся, і, ну, бачу, што
повз слімак. Потім подлога була гніла, дощатая була подлога. І коли я ближе підбирався, я бачив це слімака, як він увеличився. Я думаю, ну хоч сім порозмовляю, поки один знаходжусь. Ну і я назирав за цим слімаком. А коли підходив, хотів у туалет перший раз пойти у прибиральню, то подійшов, ну і так, вельми-вельми запах стояв на всю хату. І ну, я не подумав, що від відра так, що так проїлася запах. Коли я вже не витримав і вже розумів, що пойду у прибиральню, коли підняв кришку, я думав, у мене в очі вилізуть. Резало вельми-вельми резало в очі. Я накинув на себе байку і з майкою, як так не дихать. Смурод страшно, страшенно, не передати це словами, вельми воняло. І я одразу закрив, нічого, все перехотілося, і я одразу закрив. І коли закрив, і ще у хаті стояв довго, і пах, смурод. Потім я походив, знову захотів, я одразу у кілька словів скрутив байку, в очі закрив, щоб ну, не резало в очі. І тоді пішов у туалет. Скорей старався, щоб підготовився, щоб швидше весь процес мій пройшов. І так само закривав і потім не знімав одразу байку з майкою, бо думав, хай трохи хоч вийде. Це пах. Ну, коли ти побачив відро у камери, ти одразу здогадався, для чого воно, чи не одразу? Так, я одразу здогадався, ну, бачу, прибиральні другої ніякої немає, і я, ну, побачив, що те відро, але думав, це запах, що різні люди, ну, в цій хаті знаходилися, думав, ну, всяких людей хватає, але що... Не думав таким смрод, що буде з цього відра. І коли його чиняш, навіть коли пустою виносили, і суточники, які знаходилися там, приходили, забирали це відро, то з ума можна час на... Так, одна година точно таким смрод стояв, що я не відав, куди мені деться. Хоч ти було виводити, чи куди що-небудь робити. Ні колихать, ні це відро, ні відчиняти його, взагалі невозможно було. Просто навіть вельми стояв той запах на всю хату і так. Пластмаса так пропитана цим аміаком і остатнім, що і тошніло, і все. Це. А хто у нас у відро? Суточники – це хто? Суточники – це в основному хто вдома. Там, или напилися у городе, где находились, эти дома буянили и на их вызвали. А, то бок сами изневоленные выносили ведро? Ну, так, так. А, нас не шапали, кто находился уже под вартой, то не шапали, как мы выносили это ведро. Александр сутыкался с разными прибиральнями на своем шляху. Как будовник, Александр любит чистеню. Ну и говорит, чистеня и прибиральня – это, ну, твар человека. Тому он намагался наводить чистеню на своем шляху. А как это робить без ничего, без никаких инструментов и узневоления? А вось як. Я почав шукати трапку, каб трохи прибрати у прибиральні. Я не знайшов, і мені прийшлося з рукава манжет оторвати. Я оторвав манжет. Смішна історія, я оторвати не мог. Прийшлося трохи поскубці зубами, і об железо потер, і ну, надорвав так, оторвав повністю манжет. І ще почало одразу вода. Все время сочилася з крана. І аж коли там були моменти, я засипав, хоч нас кожні 15-20 хвилин піднімали, але коли були моменти, то ця вода оказалася к нього по мозгу. І цей звук я чую до сих пор. І це туньк, 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 як пульсація така. Ну і прибиральню так само я прибрав, відмив, але ні хімії, ні порошка ніякого, нічого не було. Але одначе Александр не змог прибрати вакол себе. Гэта падчас этапавання зняволеных у так званым Сталыпінскім вагоне. У Сталыпіне, калі я попрасіўся, гору завідзіць мене прибіральню, я ехаў у наручніках.
Мне расстегнули наручники, я снял куртку себе, обратно зашпилили, руки были спереди, находились. Я пошел в прибиральню, был вельми-вельми грязный, там было вельми грязно, и то есть я таки зрозумел, а як можно довести до порядку, коли у человека руки зашпиленные. Я зрозумел, что ну, это невозможно. Чому ми підняли увогулі гэтую тему? Тему прибіралін, лайна і умову. А тому, що все гэта порушає права чоловіка. Про гэта говоримо з юристом правоохоронного центру «Вясна» Павлом Сапелком. Павел, подскажите, пожалуйста, як оценивать такі умови утримання, зв'язані з прибіральнями? Це, безусловно, унижающее, бесчеловечное иногда обращение. Оно носит именно такие черты. И такие виды обращения запрещены наряду с пытками международным правом. Тогда, когда это происходит повсеместно, широко распространено и осуществляется по политическим мотивам, а мы видим, что часто такие условия создаются именно политзаключенным на административном аресте или в ходе уголовного задержания или содержания под стражей, то это содержит признаки преступлений против человечности. Бок, важно собирать такие истории про можливо сходить у прибиральню, у тим ліку, как доказать злочинство супроти человечности? Как ни странно, но да. В целом, возможность пользоваться туалетом в условиях, которые не оскорбляют нравственность, чувство собственного достоинства, это право человека, это закреплено во многих международных нормативных актах, которые носят там разную силу. Иногда это какие-то минимальные правила, иногда эти нормы содержатся в конкретных решениях международных договорных органов. Тем не менее, это все вместе взятое описывает то состояние, в котором человек отбывает наказание в виде лишения свободы, либо находится под стражей до суда. Все это имеет отношение к условиям содержания именно уязвимой части общества. Это люди, которые лишены свободы. Создание соответствующих условий полностью целиком лежит на представителях государства, в этом случае на представителях администрации соответствующих учреждений несвободы. А что целком дает документование таких историй для будущего? Ну, как я уже сказал, это такой кирпичик, составляющий общей картины и, соответственно, составляющий общей оценки тех условий, в которых содержится человек по политическим мотивам. Документование ваших историй – это важно. Все герои нашего подкаста прошли про него. Документование – это не публичный процесс, тому, когда вы захочете пройти его, вы сможете анонимизовать свою историю настолько, насколько пожелаете. Документование проводит и правооборонный центр «Вясна». Коли вы сутыкнулись с затриманием, изневоленным, те стали сведкой гэтага, то смело звертайтесь у «Вясну». Контакты я покину в описании гэтага подкаста. А цяпер бонусная гісторыя пра тое, як наш герой Александр рамантаваў прыбіральню ў зняволенні. Я пайшоў прыбіральню, таксама было дзірка ў бетонным полі. Там заўсёды цікла вада, не ўключалася. Я кажу, хлопцы, дык давайце зробім, каб ну, не цікла. І ну, было слаба ачышчана ну, і змыта. Я кажу, давайце зробім, каб цікла вада, хаця бы шум не чуць ночу. Так, а где ж ты возьмешь такие ключи? Я говорю, на во что ключи, давайте руками зробим. На меня поглядели, удивились, думали, может, какие-то дурные зашел в хату. Я кажу, ну, все можно зробить. Мы тогда зробили с коня, это коли сплетают все девки его волосы у косу, то там так само плетется с веровок, с ниток, с простыней, плетется, переплетается конь. Называется. Зробили с коня такую, як петлю, и мы поджали гайку. Там была трещина. Мы, коли поджали, мы зрозумели, что ну, все равно вода течет. И я кажу, снимаем обратно. И сняли трохи обратно. Вода стала идти, хлопцы трапками вытирали. Я говорю, обматываем пленкой, как лентой, тельном обматываюсь.
по резьбе. Я так само, потом мы закрутили уже, и уже перестала течь вода, хлопцы. Ничего себе, сколько находимся. Ты зашел и вылечил нашу хату. Пожали руку, что, говорит, о, наконец-то шум воды не будем чуть. А потом Александр задумал вывести мышей с камеры и... У той же вечер у нас прорвало трубу. У прибиральни. Просынаемся и начали смеяться с того, что это море. Ну, говорим, хоть на зоне у моря побудем. Все смеялись, ну, давай забирать эту воду. А вода все равно текла и текла и текла. Давай, пацан, ну, там такие, как звоночек, но мы его назвали клоп. Давить клопа. Да? Так, надавил на клопа. На мусора, говорит, вызывайте сантехника, как кран нам починил, бо у нас еще вода, мы на море. Он говорит, ну ничего, квакайте. Ну и как бы усмехнулся, да и пошел. Ну, раз годины, наверное, три, только привели сантехника. Сантехник сказал, что я могу сделать, это так само, ну, как мы назвали козлобанда. Сантехник, это был такой же заключенный, просто, который працевал там. И он покрутил этот кран и говорит, хлопцы, это временно, ну, треба трубы менять. Мы говорим, да Катя, мы тебе трубы возьмем, у нас нема, хиба кофты можем дать и куртки. Ну, посмеялись так, посмеялись, ну и все. Потом, раз, может, неделю, снова ту же трубу прорвало. Знову просыпаемся на море, пацан подошел, нажал на клопа, и мент спрашивает, что такое, мы кажем, что знову на море, мы уже квакаем тут. Ну, а мы по правде ква-ква, почали смеяться сами. Ну, правда, раз годину привели с козлобанды хлопца, ну, он поменял краны, все зробил, перестало течь. Мы говорим, так ты зробил, что не тише зусім вода, даже если идешь ее в прибиральню, он каже, ой, ну, наберите в ведро да змывайте. Ну, так надо как-нибудь было хоть як-то воду. Мы почали між собой розмовляти, як это зробить. И купили с ларкатом на хлорці средства, почали отмывать, и у нас специальный коврик уже, ну, трапка, коврик, как воду якусь шишать. Мы зробили знову коня, сплели, раскрутили этот гайку. Я снял этот кран, який подавалась вода, покрутил, починил там, ну, чем мы, який отвертка у нас и дрель, сверло мы робили с кипятильников, якія перегорели. Приплюсывали, ну, шмат было идей разных, и часу на это хапало. Зробили отвертку, я раскрутил все, что можно было, зробил это крана, поставили, и у нас появилась уже в прибиральне вода, не треба было, ну, как бы набирать-набирали все равно в ведро, але можно было включать воду, как текла вода, коли идешь в прибиральню. Потом Александра перевели у іншую камеру, где он так само навел чистеню и сустрел человека с инвалидностью. Вымыли, и когда приходили на проверки мусора, то оказали такой чистини и такого запаха, ну, нигде, ни в одной хате нема. Я попросил так само, как дали шторку, как человек спокойно мог находиться там, как, ну, хоть як отчувать себе человеком, хоть в таких умовах. Там шторки не было? Нет. Я попросил шторку, и они говорят, вы надоели в эту хату просить шторки. Я, ну, на хлопца кажу, хиба получается, что кто в эту хату заходит и снимает с собой, забирали. Я даже усмехался, что не понимал, чему именно в этой хате они так называют. Так само я попросил, у мусора был инвалид с ногой, я попросил... Говорю, дайте какое-нибудь кресло, ти стул, ти что, ну, как у нас инвалид с протезом. Правда, принесли, пришлось повоевать трохи, и тогда принесли такую, ну, мы называли ее будка, деревянное такое кресло, ну, стул, кресло с диркой. И он смог ходить у прибиральную? Так, и он смог, бо приходилось одразу, ну, отворочивались или подавали руку. Ну, как он тримался. Ну, так ходил в туалет. Ну, приходилось так. Как-то один одного поважать, быть людьми. Хоть в таких умовах находились.
І коли вже добився, принесли ту будку дровляну, вона шаталася. І він боявся навіть, ну, там сидиш, і коп... ну, не розвалилась. І знову треба було думати, як зробити. Ми з кипятильника так само розломували на маленькі частки трубку, і обтерли об пол, такі тюки робили. Ну, по-другому ну, не було. У бутылку пластмассовую набирали воды, одевали кружку, и это у нас был молоток. И, ну, зарабили ему добрую, как бы, и нитками обвязали вместо проволоки, обвязали нитками, связали все гвозди наши вырубленные, и зарабили вельми добрую будку. Ну, говорит, Саня, сколько буду жить, столько буду памятать, что в таких умовах нема инструменту, а ну, нечто зарабить можно. И такую будку сбили мы тогда и сами смеялись, что ну, сами гвозди не было чего зарабить, но рабили. А что на конт шторки тебе дали вам? Так, так, принесли шторку, тоже пришлось повоевать. Муси про сутки принесли, когда я вот просил. Ну и все, и потом свобода. Колькі зараз людей у неволі і колькі буде ще? Гэтую систему треба міняти, і прибиральні у ёй так само, бо такі умови безчеловечні. Сподіваюся, для вас випуск подкаста був важним, а коли так, то поділіться їм з іншими. Але будьте пільними, коли ви у Білорусі, бо наш подкаст признаний екстремістським формуванням. На гэтым я з вами розвітуюся. Пакуль! З вами была Кацярына, а калі вы даслухалі выпуск гэтага падкаста, то вы самыя лепшыя слухачы.